Всем привет! Меня зовут Юрий Калика, и сегодня я хочу поделиться с вами опытом эксплуатации сумки на бак Givi EA123 Tank Lock. Это небольшая сумка объемом 5 литров, которая устанавливается на любые крепления серии BF. В моем случае у меня стоит паукообразное крепление BF15 на фальшбак. Givi позиционирует эту сумку как Urban, то есть для города или мотоциклов класса Street. Но, как вы видите, у меня эта сумка стоит на Adventure байке. И, на мой взгляд, это очень удачная модель именно для эндуро и путешествий. Я раньше не понимал, зачем нужны сумки на бак, когда есть запираемые центральные кофры, боковые кофры. Видел у других мотопутешественников большие сумки на бак, которые не оставишь на мотоцикле, когда уходишь, постоянно носить такую бандуру с собой, все-таки крайне неудобно. Но при этом у меня тоже было неудобство. Когда уходишь от мотоцикла, нужно постоянно все распихивать по карманам. Навигаторы, там, телефон, GoPro, зарядки, пауэрбанки. И в этом сезоне я увидел у Givi эту небольшую сумку. Она всего на 5 литров. И я, честно говоря, даже не ожидал, что она настолько мне подойдет. На сегодняшний день я проехал с ней уже 7000 километров. А в нее отлично вмещается телефон, GoPro, камера, пауэрбанк, навигатор, документы, кошелек и солнечные очки. Ее лимит это 2 килограмма, но этого вполне достаточно. Также ее небольшие размеры ни капли не мешают мне ехать в стойке. Я могу спокойно при открытии газа податься вперед, и при этом, как вы видите, мне ничего не мешает. Также она не мешает мне безопасно отпрыгнуть от мотоцикла при падении. И то же самое не мешает ни капельки при подъеме мотоциклов, когда мы руль выкручиваем полностью в одну сторону. Кстати, ее размеры, высота 10 сантиметров, длина всего 26 сантиметров. И при крайнем положении руля, соответственно, тоже она абсолютно не мешает. Поэтому теперь на любой остановке мне не нужно что-то класть в карманы, что-то убирать в кофры. Я просто отщелкиваю эту сумку одним движением руки и все, и ухожу. Все самое важное у меня с собой. Также для ношения есть очень удобная ручка и ремешок для ношения через плечо, чтобы даже руки у вас были свободны. Это, на мой взгляд, очень удобно. Вообще Givi делает очень качественные аксессуары для мотоциклов, и эта сумка, на мой взгляд, подтверждает еще раз это правило. Она сделана из полиэстера 600D. Молния открывается очень легко и четко, даже в перчатках. Механизм фиксации тоже удобен, и по сути любую манипуляцию с этой сумкой можно сделать, не снимая перчаток. И одеть чехол-накидку от сильного дождя тоже, которая просто необходима в дальних путешествиях, где весь день может быть под проливным дождем. Что ж, надеюсь, это видео было вам интересно. Если есть еще какие-то вопросы по этой сумке или другим аксессуарам, смело спрашивайте в комментариях. Всем пока!